Проект республиканского закона об особом режиме завоза продукции в населенные пункты Якутии утвержден сегодня Кабинетом министров республики в ходе очередного заседания правительства. В законе учитывается дифференциация по труднодоступным, отдаленным и ограниченно отдаленным населенным пунктам. Сейчас правительство обеспечивает 338 населенных пунктов социально значимыми товарами, ну а с учетом принятия закона под него подпадет уже 360. Один населенный пункт. Все арктические северные районы, они у нас остаются труднодоступными. Те населенные пункты, у которых нет круглогодичной схемы, значит, до населенных пунктов, они тоже подпадают под разряд труднодоступных. Ну и ряд населенных пунктов у нас будет подпадать под, значит, отдаленное и ограниченное отдаленное. Вот. Также в новом законопроекте мы дисциплинируем уже муниципалитеты на уровне муниципальных районов и муниципальных образований для того, чтобы они полностью были вовлечены в схему завоза грузов.